Вы пришли, значит, у вас есть какие-то вопросы. Сегодня мы для вас подготовили презентационный материал и готовы ответить на любые ваши вопросы по вступлению в торгово-промышленную палату, по деятельности торгово-промышленной палаты. Что же вас ждет на горизонте, если вы вступите в торгово-промышленную палату и будете прислушиваться нашим советам? День открытых дверей в Щелковской торгово-промышленной палате – это общение участников встречи в дружеской, комфортной обстановке, возможность задать вопросы организаторам и поделиться собственным опытом. Один из ключевых показателей уровня доверия бизнес-сообществу системе торгово-промышленных палат является прирост членских организаций. С середины 2020 года база членских организаций Щелковской ТПП увеличилась более чем на 100 членов. И на конец 2023 составила 145. А на данный момент у нас уже вступили еще 9 организаций, и, собственно, база составляет 154 компании. На дне открытых дверей присутствовали директор Щелковского колледжа Флора Бубич, предприниматели, занятые в основном в сфере услуг, а также действующие члены палаты, которые поделились своим мнением о работе ТПП. Раньше мы делали обширные для всех предпринимателей, сейчас хотим сделать более узкие направленные встречи с приглашенными спикерами именно для членов торгово-промышленной палаты, чтобы ценность была, чтобы вы понимали, что мы вам раскрываем темы, которые непосредственно в интернете невозможно найти. А в Щелковском Тринити-парке торгово-промышленная палата провела мастер-класс «Семейное предпринимательство. Урегулирование разногласий и конфликтов с клиентами». В его рамках бизнес-коуч, психолог Вера Уголькова поделилась практическими советами и кейсами по этой теме. Например, рассказала о том, как построить долгосрочные отношения с заказчиками. Самых востребованных, потому что со сложными клиентами, требовательными клиентами сталкивается любой бизнес. И часто бывает так, что отношения разрываются просто потому, что не хватает технологии работы с таким клиентом. На самом деле, вполне все ситуации практически, 98% решаемо, и отношения можно сохранить, и клиент станет даже еще более лояльным и преданным бизнесу. В рамках проекта «Успешная семья. Успешная Россия» торгово-промышленная палата планирует провести еще много интересных мероприятий, посвященных разным аспектам семейного предпринимательства. Анна Наприенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.